Поздравляю с первой победой на этом кубке. Получилось довольно неожиданно для всех. За счет чего удалось победить команду Инказу? Ну, просто у нас ребята очень легенькие. Там ребята габаритные, то есть немножко медлительные, а у нас атака очень, ну, скажем так, скоростная. За счет этого на скорости получилось, обыграли. Круто, в принципе. Ребята, конечно, хорошо двигаются, но все равно медленно все, медленно. Реал — новая команда в студенческой лиге. Расскажи, как так получилось, что ваша команда заявилась на этот кубок? Ну, первый раз мы участвовали в национальной студенческой футбольной лиге. Мы поехали в Москву от нашего университета, а потом так получилось, списались с ребятами, и я решил заявиться сюда, почему бы нет. Тем более большой турнир, 64 команды. Ну, я думал, что будет круто, и, в принципе, пока я не ошибся. А почему название такое «Реал»? Ну, просто я болею за «Реал Мадрид» и решил назвать команду именно так. Остальные поддерживают твой выбор? Ну, половина, да, в принципе. Болельщиков «Барселоны» нет у вас? Есть, есть у нас, конечно, и болельщики «Барселоны», но такое название, ничего не поделаешь. Я так смотрю, вроде команда за «Реал», ты играешь в футболке «Хайдука». Ну, да, это мне привезли просто с Хорватии. У «Реала» какая цель на этом кубке? Достойно выступить или только победа в турнире? Нет, конечно, достойно выступить. Это наш первый турнир под эгидой студенческой футбольной лиги. Просто хочется достойно выступить, хорошо отыграть. В принципе, все. Хорошо, спасибо. Успехов вам в следующих матчах. Спасибо.